На дом радости из головоломки напал огромный ледяной катнеп, друзья, но он хочет здесь все уничтожить. Друзья, всем привет, с вами я Зомбак, сегодня мы поможем... Ой, кажется, он что-то хочет тут сломать, взорвать, ребята! Смотрите, он начинает крушить дом! Этот огромный катнеп кидается своими снежками и ломает здесь просто все! Радость, слушай, нам нужно отсюда убегать! Но это же мой дом, я тут живу! А еще катнеп поймал гневу и тревожность, им надо помочь! Конечно, да! Что? Так, вон он там, походу, их поймал. Пошли со мной, радость, айда, вместе! Пошли их спасать! Так, ребята, ой, катнеп уже здесь! Идем сюда, быстрее, беги, беги сюда! Так, ребят, пока он нас не видит, мы проберемся вот отсюда. Смотрите, там гнев в тюрьме и тревожность тоже. Нужно их вытащить оттуда, да, а потом придумаем, что будем делать с катнепом. Так, отлично, пробираемся сюда. Погнали, гнев, давай быстрее выбегай отсюда с тюрьмы. Его просто за решеткой закрыли. Давай, гнев, выбегай. А, зомбак, а что происходит? Я очень злой. А кого жечь? Не надо пока никого жечь, но... Катнеп уничтожил уже половину дома! Эй, ты что делаешь? Так, давайте тревожность тоже вытаскивать. Так, давай, тревожность, пошли с нами, погнали быстрее! Нам нужно сейчас, ребята, придумать, как вместе с вами одолеть этого огромного катнепа. Так, проберемся быстрее, быстрее бежим! Пока не заметил, он уже половину дома разломал, смотрите-ка! Эй, катнеп, ты что тут делаешь, что устроил? А, зомбак, привет, ха-ха-ха, я решил уничтожить здесь все вокруг, вся эта деревня мне не нужна, да будет зима, ха-ха-ха. Ребята, да, катнеп научился управлять зимой и снегом, смотрите, он весь замерзший, ледяной, ай, убегаем давайте, ребята, сматываемся быстрее сюда. Да, он теперь умеет гигантские глыбы льда кидать. Кстати, у нас тут есть миньон полицейский. Здравствуйте, вы не знаете, как одолеть катнепа? Ну, вообще-то знаю, у меня есть одно оружие. Это огненный шар. И если он вам понадобится, могу его вам отдать. О, это было бы, да, круто, да, ребят? Давайте попробуем. Так, можно взять. О, смотрите, огненный шарик. Ребята, я теперь аватар, управляю огнем. Короче, сейчас мы одолеем этого катнепа. Так, друзья, вас надо бы куда-то пока что спрятать, что ли. Хоть гнев и тоже умеет тут огонька пустить, но лучше вам быть в какой-то безопасности. Он нам уже кровать разломал. Второй этаж, дыру в потолке сделал. Чё происходит? Он нам эту гостиную всю разломал. Да, какой классный большой дом был. Эх, катнеп, все ломает. Пошлите со мной, быстрее. Давайте заберемся наверх. Половину кровати переломил. Ты что наделал, катнеп? А ну, уходи отсюда. Сейчас мы его огоньком закидаем. Так, я упал вниз. Главное вот в эту гигантскую яму не провалиться, потому что оттуда не знаю, сможем ли выбраться. Эй, катнеп, ну-ка иди сюда. Сейчас мы тебе задаем жару. На, вот так тебе. Чё, замерз, да, ледяной стал? Да мы тебя сейчас согреем. Тебе ни за что меня не одолеть, зомбак. Я здесь все заморожу, уничтожу. Да хватит. Так, ладно, надо придумать план, как забраться повыше. Так, нам идемте со мной, быстрее. Мы, наверное, вас пока отведем в какое-нибудь вот здесь вот место. Да, вот до сюда он, наверное, пока не доберется. Постойте здесь, хорошо? Не идите за мной, я сам с ним справлюсь. Ладно, хорошо, зомбак. Ой, нам вообще-то страшно. Может быть, мы не тоже этого куда-нибудь, ты тоже спрячешься, зомбак. А то вдруг он тебя скушает. Да не знаю, надеюсь, не скушает, но там он очень сильно зол, он все хочет здесь переломать. Ладно, ребят, давайте ждите здесь, а я пойду попробую сразиться с катнепом. Так, ну чё, катнеп, иди сюда, вот тебе пушками. Вы чё за мной пошли, я ж сказал, ждите там. Он нас снежками закидывает, бабахает все подряд. Убегайте, ребята, быстрее. Так, зачем вы за мной-то пошли? Ну мы думали, тебе нужна будет наша помощь, вдруг ты один не справишься, зомбак. Да не знаю, конечно, но ладно, давайте все вместе сразимся с ним. Иди сюда, катнеп, на, получи огоньку, сейчас мы его одолеем. Ребят, короче, нам нужно, наверное, вот сюда наверх запрыгнуть, так, отлично.
Забрались. Так, ребята, вы где? Вы... А, они внизу остались, ладно. Давайте попробуем сейчас. Ну вы посмотрите, он здесь все уже уничтожил. Так, гнев, давай. Через твою голову будем огоньки пускать. Вот так вот, отлично. Сейчас мы его победим. Вот, тревожность тоже залезла. А где радость? Вы где радость потеряли? Так, давай, Катне, получи. Слушайте, ну он довольно силен. Я не знаю, как одолеть этого снежного монстра. Нам нужно что-нибудь помощнее, посильнее, наверное. Ну вы посмотрите, я его просто бью, ему вообще... Слушайте, вон там в магазинчике продавался джетпак. Я могу его взять и просто летать и его бить. Давайте попробуем. Радость, пошли со мной. Быстрее, убегаем от него. Надеюсь, он нас не поймает. Если он вас поймает, он опять посадит вас в тюрьму. Он продолжает взрывать наш дом. Вы посмотрите, там уже половина дома нету. Так... Здравствуйте, можно у вас взять джетпак? Ну, только один. Один? А моим друзьям? Ну ладно, ребят, придется мне одному с ним сразиться. Так, ух, у вас еще и тут все за деньги продается, телефоны, курицы. У меня нет с собой денег, уж извините. А, джетпак можно взять бесплатно, отлично, давайте возьмем. Так, смотрите, я надеваю джетпак, и сейчас как взлетим в небеса. Отлично, эта штука нам точно поможет. Теперь мы можем летать и на уровне Катнепа, потому что, видите, он снег использует, летает вон. Так, сейчас мы залетим повыше, вот сюда. Так, забираемся. Ребята, постойте лучше в бассейне вон там, да? Это все, что осталось от грядок от бассейна, жесть. Эй, слышь ты, Катнеп, иди давай сюда. Сейчас мы тебя победим. Вот так тебе получай. Чё думаешь, мы тебя одолеть не сможем, что ли? Мы с моими друзьями легко с тобой справимся, ребята, больше огня в него! Сейчас мы его растопим, как сосульку. Ха-ха, давай, снеговик, растай! Отлично! О, получилось, друзья, вы посмотрите! Он действительно помогло! Ха-ха! Ребят, мы справились! Но вот только дому реально пришел конец, вы посмотрите! Вот со стороны посмотрим, ну а дома ничего не осталось. И первый этаж, и даже подвал, и второй этаж, все уничтожено. Тут была кровать огромная, тут гостиная, кухня. Просто, вот, кухня, остатки. Все остальное просто гигантские ямы. Я предлагаю сейчас вместе с моими друзьями из головоломки это все починить. Но для этого их надо куда-нибудь подальше отсюда увезти. Ребята, давайте вылезаем отсюда. Погнали вон туда подальше спрячемся. Так, куда убежать? Слушайте, у нас есть полиция, конечно. Полицейские, вы мне помогать когда-нибудь собираетесь? Так, что у нас дверь? Не открывается. Ребята, давайте в полицию заявим на Катнепа, да, потому что он пришел тут все переломал. Полицейские? Да, здравствуйте. Ой, да у нас работы полно, не до вас, зомбак. Идите, вы сами справляйтесь, у вас же пушки крутые есть. Ах, полиция, от вас толку опять мало. Ладно, придется все нам, ребят, самим делать. Так, короче, я предлагаю вместе с вами сейчас, давайте я вас лучше заберу, чтобы все нормально сделать, починить. Так. Мы, ребята, сейчас надо набрать очень много лайков и подписок, и тогда этот дом вернется назад, смотрите. Но он сейчас просто уничтожен. Но ваши лайки и ваши подписки на канал это все спасут и починят. Давайте, поставьте лайк, подпишитесь. На счет 3 это все должно восстановиться. Давайте, 1, 2, 3! Получилось, друзья, смотрите, мы все починили, вон, все вернулось назад, как было. Так, быстрее, ребят, ставим обратно тревожность, радость и гнев. Ребят, давайте, смотрите, ваш дом снова целый. Ура, спасибо большое, зомбак, мы стали переживать, думали, все, без дома остались. Да нет, ты что? Все будет хорошо. Надеюсь, Катне больше не вернется. Здесь, наверное, лучше установить какие-то защиты, камеры вот сюда повесить и сюда сделать лазеры, да? И мы... А давайте это и сделаем сейчас. Мы, наверное, поставим здесь пару лазеров. И, ребят, только вы отсюда не выходите, ладно? И поставим камеру. Так, угу. Вот такие камеры повесим, подключимся к ним, чтобы, если что, они сразу знали, вдруг Катне придет. Так, подключаемся к камере. Ребята, давайте двигайтесь. Вот этот вот деревянный забор нам больше не понадобится. А, мы еще там стену сломали, надо будет починить. Так, лазеры сюда ставим. Лазеры. Так вот делаем. Первый. Отлично. Только, ребята, аккуратней, пожалуйста. Так, лазеры очень горячие. Пойдемте со мной. Нужно еще камеру вот сюда на дом установить, тогда вы точно узнаете, что кто-то пришел. Так, отлично, подключаемся. Ай, мне надо к ней подключиться. Так,
Вот сюда нажимаем. Вот, отлично, смотрите. Вот там камера есть, и здесь еще на дереве, наверное, вот сюда одну поставим. Так, вот так. А, на дерево ставить нельзя. Ну, тогда вот здесь с этой стороны воткну камеру, да? Вот. Отлично, все, погнали смотреть, ребятки, смотрите, что получилось. На первой камере у нас видна деревня, это со стороны, где лазер мы поставили. Дальше, вот, это сверху дома, вон там мои друзья с головоломки бегают, все можно осматривать. И третья камера, да, с этой стороны забора. Слушайте, неплохо, неплохо. Вы как с той стороны забора оказались, еще и через лазер пробежали? Ну, слушайте, я рад, что мы все-таки смогли спасти. Все, может не гореть гнев, все хорошо. Больше проблем нету, и дом снова цельный, вы посмотрите, он снова остановился, вот наша кухня, а сверху у нас была большая кровать, огромная, это спальня была, о, так, спальня в другой комнате, во, вот здесь вот спальня, смотрите, как классно. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, мы помогли головоломке, радости, гневу и тревожности спастись от этого Катнепа. Катнеп был необычный, реально король льда и снега, это просто жесть была. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось видео, ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал, с вами был Зомбак, еще увидимся, смотрите другие мои видосики. Всем удачи, пока-пока!